Королевы красоты поругались из-за секс-услуг чиновникам и бизнесменам. Организаторы конкурса красоты «Мисс Венесуэла» начали расследование обвинений в неподобающем поведении, выдвинутых в адрес его участниц. Об этом сообщает издание South China Morning Post. Подозрения возникли после публичной ссоры между бывшими участницами «Мисс Венесуэла». Во время нее королевы красоты обменивались в социальных сетях обвинениями в секс-услугах, которые они якобы оказывают коррумпированным чиновникам и бизнесменам в попытках обогатиться. Скандал вынудил организаторов конкурса временно закрыть тренировочный центр в Каракасе и приостановить кастинг на «Мисс Венесуэла» и менее известный конкурс для мужчин «Мистер Венесуэла». Повлияет ли это на график проведения «Мисс Венесуэлы», не сообщается. Как правило, конкурс проходит в конце года. В январе сообщалось, что в сальвадорском городе Куизнауато участница конкурса красоты загорелся головной убор. Инцидент произошел, когда женщина, избранная королевой урожая, вышла на сцену с огромным сооружением из перьев на голове и случайно задела им факел. Больше ада и странных новостей в телеграм-канале «Лента дна». Подпишись, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.